общем, суть в чем? Мы вернулись в то самое место, откуда и прибыли. Это, в принципе, вход. И здесь мы провели первые полчаса игры. Где-то здесь лежит та бедная девушка, которая была убита двумя монстрами, как вы помните. И, судя по всему, на ней нужна нам карта или что-то в этом духе. Я не совсем хорошо помню, но что-то ключевое и очень нам важное. Поэтому давайте двигаться туда. Оно неисправно, однако. Конечно. В общем, я не играл в игру порядком, поэтому сейчас придется маленько вспоминать, но, в принципе, у нас все хорошо. У нас хватает патронов, аптечек. Аптечек тоже хватает. И уже поперли. Смотри, какой неприятный, да? Да. Вспоминаем, как воевать в этой игре. Ой. Спокойно. Да япона мать. Вообще снайперка просто прекрасное оружие. Хотя я обычно не люблю пользоваться снайперским оружием, но в этой игре оно дико доставляет своей убойностью. При том, что коридоры довольно узкие и промахнуться бывает крайне сложно. Поэтому давайте пока пользоваться ей. Ой, как тут все плохо. В последний раз, когда мы посещали это место, здесь все было ужасно. Теперь все просто кошмарно. И по сравнению с тем, что сейчас предыдущий наш заход просто так, брызги, пена. Отсюда уже ничего не течет. Так, а что-то поблизости есть, кстати говоря. Но где именно? Скорее всего, тут. Nope. Мне сказали, что когда сканируешь живого противника... Так, что-то за дверью, короче. О, офигеть. Или оно так и было? В общем, когда сканируешь живого противника, тебе дают больше процентов. Ну, мне и так, в принципе, нормально, потому что... так, еще под... Тихо, кто-то идет. Где самое главное? Я слышу его. Аптечек и так хватает, пока вот в будущем, я думаю, придется... Ой, тихо, тихо, тихо. А в будущем придется заботиться этим процессом. Я ж тебя прострелил. Или в жижу вошло. Или что у тебя там? Господи. Так, еще одна аптечка. Нет, пока еще нет. Вот теперь... Да. Отлично. Вообще, я ее трачу, потому что по большей части оружие все-таки бесполезное на уже серьезных заварухах. А так, можно побаловаться. Тем более противники дохнут с нее как надо. Вот если начнется мясо и нас припрут к стенке, наш пистолет, наш дробовик будут очень кстати, с полным боезапасом. А пока потихоньку в развалочку двигаемся вперед. Блин, темно так, ничего не вижу. А там вполне возможно что-то хорошее. Ну вот, допустим, да. Патроны. Отлично. Жуткое место. Сколько времени прошло, он все лежит. Представьте, какой от него запах тут. Кошмар. Еще что-то есть. Отлично. Блин, игра, как я и говорил, это просто такой привет из 90-х. Она очень крутая этим. Именно своей такой дубовостью и наивностью сюжета, наивностью геймплея. В этом есть свой плюс. Это, как я не знаю, вот Far Cry Blood Dragon, помните? Примитивная, плохая игра, но она нарочно такой сделана. Поэтому как бы вообще претензий нет. Есть что-то в этом духе. Так, здесь нас траванули. В этот раз, я надеюсь... Травить нас никто не хочет. Ой, твою мать! Тихо, тихо, тихо.
Хорошо, и как же мы туда попадаем? Ключ-то у нас есть вроде? Спокойно. Блин, дверь закрывается, я забыл. Настоящий Крис где-то в Европе, в горах. Так, ладно, хоть сориентировался маленько. Что это такое вообще? Футпринт чей-то. Интересно. Круто. Вообще довольно странно, да, так подумать, блин, специально тащить сюда муляж Криса, чтобы просто завлечь в комнату персонажа. Я не знаю, ну, кинули бы часть его снаряги, и Джилл бы уже заинтересовалась. А тут, представляете, делали целого манекена. Это странно. Японцы. Таинственное указание. Текст похож на сообщение. Нам необходимо войти на борт королевы Зенобии и выполнить задание как можно скорее. Обе цели скоро будут здесь, но они не должны мешать выполнению задания. Выполнять требуемые действия, не реагировать чрезмерно. Господи, перевод-то какой. Первое. Найти и обезопасить комнату. Найти самую доступную комнату в отсеке экипажа и обезопасить ее. В смысле обезопасить? То есть, ну вы поняли, да, это опять же неправильный перевод. По данным разведки, на судне могут быть активные биоловушки. Постоянно соблюдать особую осторожность. Не активные биоловушки, а, видимо, образцы биооружия все-таки. Ну, что-то в таком духе, я думаю. Второе. Материалы. Выданные вам бутафорские предметы нужны для того, чтобы привести наши цели в замешательство. Конечно. Следуя указаниям, разместите их по комнате. Затем немедленно покиньте комнату. Не оставляйте следов своего пребывания. Главная задача в этой миссии – сбить цели с толку, поэтому действовать нужно быстро и скрытно. Не дайте целям обнаружить вас, не вступать в бой и не стрелять. Ваша главная задача – оставаться незамеченными. Остальное предоставьте мне. Из этого документа следует, что здесь есть люди, просто они прячутся от нас. Это агенты противника? Или как? Мне кажется, эти агенты противника все давно уже мертвы и разгуливают в крайне непотребном виде. И все-таки Т-вирус, по-моему, был самым крутым. А вот эти вот полумоллюски, полулюди, они, конечно, страшные, но зомби мне в 100 крат милее. Так, хорошо, двигаем. Я туда иду вообще, нет? Вроде как туда. Да, подхожу уже. Кстати, там дверь с якорем, и я думаю, я даже подозреваю, куда мы пойдем с ее помощью. Тихо. Смотри, живой. Хорошо. Что еще вы мне предложите? Комната чиста. И ничего вроде нет. Блин, я ненавижу этот переход, честно говоря, потому что тут страшновато. Давайте возьмем что-нибудь вот это хотя бы. Здесь мы идем, если так подумать, уже третий раз. Nope. Интересно, в этот раз кто-нибудь выйдет отсюда, нет? Отсюда вот. Блин, и все-таки там что-то есть. Вот, видите, подходим. Тут, вот оно, понятно. А, за стеной? Хорошо. Небось, патроны. Ну да. Это лишним не будет. Блин. Не знаю, я играю в эту игру, я просто вижу перед собой классический Resident Evil.
как всегда, глупый. То есть, ну, в плане вот этих игровых условностей, то, что там на корабле непонятные двери со знаком «Хуй, твою мать», со знаком якоря. Ну, такое было даже, допустим, во второй части, я не говорю про первую, где там особняк был именно целиком и полностью таким же вот условным, потому что там были непонятные пазлы и тому подобное. Ну, то есть это обуславливалось, конечно, тем, что это секретный якт лаборатории, там внизу это все наверху нужно в целях безопасности, там, и чтобы никто не узнал важный секрет. Но, по сути, это было именно, выглядело как игровая условность, с которой все мирились, и всем было норм. Вот и здесь эти двери. Во второй части, там, под полицейским участком, какое-то депо. В самом полицейском участке какие-то бюсты передвигаешь. Тоже все выглядело как-то так. Типа такой, что? Это реалистично? Но все равно было очень круто. Вообще, вторая часть Resident Evil, она просто моя любимая часть вообще. Она вообще вне конкуренции. Третья пыталась, по сути, развить успех второй, но была заметно хуже, на мой взгляд. При том, что там был Немезис. Немезис там был очень крутой. И после того, как ты играл во вторую часть, заходил в третью, там, по сути, те же самые помещения. Но когда за тобой начинает гоняться Немезис, или Стаси, как мы его звали, потому что, ну, помните, он же постоянно кричал «Старс!» Вот. Он просто умел бегать, забегать за тобой в любое помещение. Раньше ни один монстр этого делать не умел. Когда в первый раз он за тобой гоняться начинал, это был просто эпик вообще. Настолько страшно. Выпрыгивал там из окон, бегал с гранатометом в тебя стрелял. Жуть. Так, хорошо, это у нас просто бонусная комната, я так понял. Ничего здесь и нет, да? Ух ты, как-то ничего нет. Так, подожди. При смене оружия оно автоматически поместится в одну из коробок для оружия, откуда его можно будет взять. Так, а если я, ну-ка, вот эту вот кину, скажем. Оно и так уже тут оказывается, понятно. Хорошо. Это мое любимое оружие в игре, я уже знаю. MP5. Отлично. Так, что мы на тебя можем навесить? Новая скорость стрельбы. Why? Почему-то не могу. Может, потому что оно уже как-то... Не знаю. Или потому что оно само по себе такое неизменное и ставить на него ничего... Да нет, вроде можно. Да хрен знает. Отсюда я не думаю, что я что-то снимать буду. Оставим вот так, да? К тому же, я чувствую, сейчас будет заваруха. Ну, мало ли. О, как круто. Отлично. Так, все хорошо. Двигаемся куда нужно. Мне это не нравится. Мне только что сказали. Нашла тебя. Это та дама теперь мутировала, что ли? Ну, это совсем плохо. Так, подожди, ну сюда-то нам и надо. Что у нас за той дверью? Там, я думаю, что-то крутое лежит. Никто не полезет в этот раз. Вот. Вот, хорошо. Пистолет удавит, конечно. Поэтому этот автомат надо оставлять на боссов каких-нибудь. Ладно. К пулемету. Нет, к пулемету тоже теперь дают, понятно. Ладно, все, валим.
Ох, нет, добро это все. Но мы запакованы по полной программе. Я думаю, если сейчас что-то вылезет, мы в состоянии оказать ему. Okay. It was around here. Не неподалеку отсюда, это было здесь. Где-то здесь, она сказала. А, дамы нет, кстати говоря. Больше ничего, хорошо. Кто автор этой записки, не ясно. Меня вынудили пойти на это задание. Я не хотел идти на смерть. Как бы там ни было, первый этап завершен. Нашел ключ от грузоподъемника. Теперь попаду в скуловой блок. Этот корабль служил оперативной базой террористов в ходе атаки на Серой Земле год назад. На баке я нашел БПЛА, использованные для распространения вируса. Найти БПЛА – это хорошо. Подвергнуться внезапному нападению уродливого монстра – это плохо. Я с самого начала знал, что это паршивое задание. Ощущение в голове такое, будто она вот-вот треснет. Потерял глаз. Тяжело смотреть. Чувствую себя скверно. И в руках странное ощущение возникает. Правую руку раскроила пополам. Кровь на всем теле. Вижу свои кости. Очень нужен врач. Текст запачкан кровью. Дипона, мать. Isn't that always the case? Офигеть. Что-то у меня есть подозрение, что это не рядовой зомби, и убить его будет не очень просто. Сейчас мы, похоже, с ней познакомимся. Надеюсь, что нет. Прогиб засчитан. She got away. She's in the ducts. Go after her. She could have the key. The ducts are all connected. Okay, I'm on it. Ой, тебя-то не хватало. Так, хорошо. Мне что, ее искать теперь еще, что ли? О, что-то жуткая какая-то баба. Капец просто. Где ты? Может, тут? Почему больше не взяла? Там же их 30 было. Ладно, неважно. Да, сдохнет уже, но... Так, хорошо. Блин, я уже тени свои пугаюсь. Может, снайперкой садить? Это будет очень даже болезненно, я думаю. Хотя нет. И так нормально.
Милая, выходи. Ой, жуть какая. Где же наша дама? Мне вот с этого и понравилось очень. Как тебе? Нормально? Ой, спокойно, спокойно. Вот мне и входит, да? Я думаю, я много патронов потратил лишнего, потому что она уже бежала, а в этот момент, мне кажется, она неуязвима. Хотя хрен знает. Действовал по обстановке. Так. Ладно. Куда теперь? Тихо. I can't believe she turned so quickly. This virus is more powerful. Уйди от меня. А! Валим, валим. Скотина. Так, я так понимаю, не обязательно идти вперед, потому что тут монстры. Она сама вылезет. Место у меня не самое лучшее для боя. Хотя нормально. Сюда. Не указывается. Блин, вот это жуть, да? Кидай. Спокойно. Припадочный. Так, лады. Пока живем. И, судя по всему, идем в правильном направлении. Если у нас что лежало, ничего более нужного не появилось. Да нет, вроде. Патронов, конечно, теперь что-то маловато уже. За этой дверью. Кухни, по-моему. Ну да. Что? Что это я сделал? Что я сканирую вообще? Ладно, не важно. Какой-то баг, похоже. Смотри, вот она ушла, да? Или она может прийти отсюда? Фу, хорошо. Да, вылазь. Шкура. Может... Тихо.
Стреляй, Паркер! Паркер, стреляй! Тупень! Нормально? Смотри на ее рот, это просто... Да не туда! Не уйдешь. Паркер, стреляй! Дохни, 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 дохни! Да блин, я же уворачивался. Бежим, бежим. Блин, она мать. Вот, блин, хотел сказать вот так. Ой. Паркер, помоги, пожалуйста. Паркер. Стреляй, вот так, хорошо. Минус. Паркер, у тебя за спиной. Все это время у тебя был дробовик? Дохнуть уже, ну. Неприятно. Душная баба. Ну, вроде победили пока. Здесь она уползать больше не будет. Так, ключ от подъемника. Окей. Отлично. Победили. Ну что ж, дела наши вполне себе неплохо идут, как я посмотрю. Сейчас мы пойдем к скуловому и будем, собственно, на подъемнике, похоже, ехать, потому что ключики теперь есть. Блин, эта серия была такой жутковатой, надо сказать, потому что, ну, серьезно пугала меня эта тварь поначалу, когда я не знал, что нас тут ждет. Прямо пробрало. Надеюсь, вам тоже понравилось, потому что игрушка, на мой взгляд, вполне себе достойная. Но, повторюсь, это именно игра для старых фанатов Резидента. То есть тут, конечно, мало что от него осталось, но гораздо больше, чем в современных Резидентах. Так что вполне себе удобоваримо и временами просто настолько круто, что не передать словами. А в целом же просто очень хороший продукт. На этом все. Надеюсь, вам понравилось. Увидимся в следующей серии. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.